Всем привет! В этом видео я буду оценивать скины моих подписчиков. А перед началом этого видео не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Это мотивирует меня делать новые видео. Начинаем? И первый, с кого мы начнем, это будет человек по нику Колотоскин. У него прикольный скин. Хорошие тени и вообще скин крутой, 10 из 10. И следующий человек под ником Мелондер. Как видим, у него есть две версии. Одна, как он сказал, RTX, а вторая оригинал. Скин крутой, но я бы добавил еще чего-нибудь, оцениваю на 8 из 10. И следующий пользователь под ником Мермерсек. У него хорошо детализирован персонаж, прикольный стиль, но я бы добавил хороших теней. Оцениваю на 9 из 10. И следующий человек — это Нептун. А и Нептун как Нептун, тени есть. И следующий у нас пьяный Милон. Скин в HD, норм тени, но как будто бы не хватает какой-то вишенки, 9 из 10. И сейчас у нас человек по имени Пумба. Скин хороший, но у головы тени странные, оцениваю на 7 из 10. И настала очередь человека, Скифи. Как видим, у него скин из одежды, почищенное яблоко. Скин прикольный, оцениваю на 7 из 10. И следующий скин от нашего любимого чая. Это темная кружка, тени хорошие и задумка тоже в 10 из 10.